Кстати, для молодых и активных там же, в Старой Руси, на осенних каникулах сейчас работает школа лидеров. В ней участвуют 200 старшеклассников, а также студенты колледжей. Зарядка, кулинарные мастер-классы и работа в команде. Каникулы у этих старшеклассников более чем насыщены. Школа лидеров дает им возможность активного отдыха и, что немаловажно, развития. Здесь создана единая площадка для обучения детей основам проектирования. Это поможет детям не только в создание каких-то проектов, но и построение личной жизни, то есть расставление приоритетов, правильная постановка целей, поиск ресурсов, поиск даже тех же денежных средств. То есть это такая определенная школа жизни. Всего неделя ребятам была дана на разработку своих проектов, направленных на развитие города Старая Русса. Главная цель – сделать его комфортным для молодежи. Это и общественные пространства, и досуг, и даже своеобразная биржа труда для школьников. Например, они могут подрабатывать нянечками, помогать взрослым. Например, хотят они сходить в кинотеатр. А в это время мы можем посидеть с детьми. Защита проектов назначена на сегодня. За каждым из них будет закреплен наставник. Не ради красного словца, а с целью его дальнейшей реализации. Раздача грантов состоится в конце декабря. Сколько молодежных идей будет реализовано, зависит от настойчивости и убедительности старорусской команды лидеров.